Ганаровае званне «Дзіця міру» сёлета атрымалі 33 нованароджаныя Магілёўскай вобласці. Гэта 18 хлопчыкаў і 15 дзяўчынак. Менавіта столькі малых з'явіліся на свет у вобласці 21 верасня ў Міжнародны дзень міру. З такой нагоды ў радзільных дамах павіншавалі матуль. Тут у Магілёўскай больніцы нумар 1 21 верасня на свет з'явіліся 11 малых. Для матуль гэта першы ганаровы момант пасля нараджэння іх дзяцей, і ён даволі хвалюючы. Ну, как-то мы совсем не ожидали, если честно, очень приятный сюрприз. Ну и как-то вот получилось так, что родили в 00:40, и вот как раз. И дитя мира. И дитя мира. Такой традиции у Могилеве уже 9-й год. От фонду миру жанчины отрымливают грошовые подарунки и сертификат «Дитя миру». Такий статус будет належить и сыну Натальи Кулак из вёски Севастьяновичи Могилевского района. У яе народился сын, и он четвертое дитя у семьи. Маму званием, так назвали малого, вельми чакают дома. Ну, я думаю, каждый человек рожден для того, чтобы поддерживать этот мир, чтобы как-то чем-то его украшать, улучшать. Вот, ну, надеемся, что наши сделают больший вклад в это. Наталья Кулак не одиная у больницы стала шматдетной, миновито у День миру. 21 числа произошли двое третьих родов, одни четвертые роды. И, соответственно, несколько было повторно рожающих, то есть вторые роды. Ну, то, что радует нас, радует женщин. Олеся Рыбалка, Виталь Вопсю. Новини региона.